Как видно на записи камеры видеонаблюдения, длинномер, поворачивая, ударил легковой автомобиль, который пытался уйти от столкновения, но не смог. Искореженную машину пришлось разрезать спасателям, чтобы вызволить водителя. 34-летний пострадавший местный житель получил рваную рану руки. Также врачи констатировали закрытую черепно-мозговую травму и сильную кровопотерю. Молодой человек был госпитализирован. Водителю большегруза помощь не потребовалась.